На улицах города после празднования 306-й годовщины со дня основания Омска его жители и гости оставили 65 тонн мусора. Такие данные приводят в городской администрации. Отходы вывозили практически со всех площадок празднования. Речь о скверах, парках, площадях и даже трассе Сибирского международного марафона. Специалисты мэрии совместно с рекоператором провели генеральную уборку улиц поливомоечными машинами, пылесосами, мини-погрузчиками. А после непродолжительного дождя рабочие откачали 225 кубометров воды. Для уборки центральных улиц и магистралей, по которым за прошедшие выходные дни прошли десятки тысяч жителей и гостей города, мы организовали работу служб в несколько смен и привлекли работников всех окружных ДЭУ. Чистоту и порядок обеспечивали около 400 рабочих. Активно поработать в день города пришлось не только тем, кто наводит чистоту на улицах, но и правоохранителям. В полицию поступило 895 сообщений о преступлениях. Возбуждено 34 уголовных дела. Кража, дистанционное мошенничество, нанесение телесных повреждений. Далеко не весь список того, что происходило 6 августа. 33 омича поплатились за распитие алкоголя в общественных местах. В ГИБДД доложили о том, как складывалась ситуация на дорогах во время праздника. Итог: 49 ДТП, 533 протокола. 28 водителей были замечены за рулем под градусом. В воскресенье у правоохранителей выдалось спокойнее. Им поступило 504 сообщения. По итогам проверок заведено 17 уголовных дел.